как это противно! Что ты знаешь о настоящем кликбейте? Зашел я, значит, на канал 5 Minute Crafts. И знаете, что я увидел? Лайфхаки. Розовые тапочки, обычные тапочки. 32 хака для чего-то там. 18 веселых рождественских идей DIY. 30 идей, как можно использовать бутылку. Вы представляете, бутылку! Я знаю лишь один способ, как можно использовать бутылку. И этот способ мне не особо нравится. Сегодня мы будем с тобой смотреть безумные кликбейтные лайфхаки, которые, возможно, даже не работают, потому что я видел кучу разоблачений на все эти лайфхаки, и я могу сделать свой вывод. Сейчас мы будем с тобой определять, фейк или не фейк. Итак, 30 идей, как можно использовать бутылку. Ну вот давай узнаем, как использовать бутылку. Мы-то с тобой не знаем, конечно. 5. Ну, кстати, интрушка у них классная. Она берет бутылку. Этого я сейчас не понял. Вот, то есть она просто взяла бутылку, засунула себе под футболку и закрутила крышечкой? А ты там ничего не защемила? Ладно, окей. Вторую бутылку. Вот это лайфхак, ребята. Вот это лайфхак. Теперь ты беременна. Ладно. Зачем ты это делаешь? Обматывает себя какой-то веревкой. Это типа спасательный жилет или... Да! Да! Действительно! Действительно! Именно так я и собирался плавать в водичке. Я хочу себя обмотать бутылками и веревкой плавать в воде. Это же вовсе не будет выглядеть странно со стороны. Тебя же вовсе не будут отправлять во всякие паблики со смешными видосиками. Нет, это выглядит абсолютно нормально. Просто обмотала себя бутылками и медитирует. Так, туалетная бумага, окей. А! О-о-о-о-о-о! Только не говорите мне, что кто-то собирается подтереться этикеткой Кока-Колы. Ребят, против Кока-Колы ничего не имею против. Отличный напиток, я его сам каждый день пью, но... What? А, нет, бутылкой! Или это вообще с этим не связано? Так, что она собирается сделать? Какую-то вакуумную бомбу, я не знаю. А, это держалка. Точно. Это держалка. Держалка для туалетной бумаги. В такие ситуации я чувствую себя безумно глупым. Ладно, окей. Сорян. Переборщил. Окей, смотри, теперь котик не может опрокинуть туалетную бумагу. Вот это интересный лайфхак, потому что когда вещь тяжелая и ты ее вешаешь на такую тоненькую вешалку, получаются вот такие вот белые швы. У меня была моя любимая толстовка, которую я повесил неправильно, и теперь она вся растянутая, печально очень. Может быть, этот лайфхак мне пригодится. Опять бутылка? А, ну да, это же лайфхак про бутылки. Ну, кстати... Это неплохой лайфхак. Я бы, конечно, не вешал вещи на бутылке, потому что в любом случае это странно все выглядит. Берет большую бутылку, пятилитрушку, разрезает пополам. С обратной стороны опять что-то вырезает. Это держатель для огромной туалетной бумаги. Я ведь прав, да? Я ведь прав? Ага, разрезал на две части. Теперь берет крышечку тоже, разрезает на две части. Обклеивает клеем. Не, ну, конечно же, это не затрата по времени. Это же не лень. Ребят, это не лень. То есть, для того, чтобы выполнить этот лайфхак, тебе нужен клеевой пистолет. То есть, для того, чтобы сделать лайфхак, тебе нужен клеевой пистолет. Я второй раз, во всякий случай, это повторил. Мало ли ты не услышал. Пистолет с клеем. Действительно, лайфхаки... подразумевает в себе участие техники. Надо вначале купить этот пистолетик, затем купить клей, то есть специальные капсулы для этой штуки, затем купить бутылку, ну ладно, достать откуда-то бутылку, достать огромную крышку, все это склеить. И сейчас будет что-то супер простое. Надеюсь, они меня не испугают. Вот если это что-то, что меня удивит, то это того стоило. Поджигает какую-то палочку, видимо, сейчас проткнет, протыкает. Так. Это какой-то террариум, может быть, аквариум, я не знаю.
крышечки приклеивает. Это фильтр для воздуха. Эта штука, куда вы будете складывать овощи, фрукты, когда их помыли. Блюдечко это называется. Ладно, не блюдечко. Сито. Сито. Есть обычное сито за 30 рублей. Этот пистолет стоит в 5 раз дороже этого сита. Вы что, прикалываетесь? Да, однозначно странно. Очень странно. Эти лайфхаки вымораживают меня. Грязные наушники. Ого, ты где их так поваляла? Искупала в луже, скорее всего. Как очистить эти наушники? Спиртом? Уйди, через один час придешь, и у тебя будут чистые наушники. Классный лайфхак. Стоп, я это видел у Сливки Шоу. Что, простите? Я реально видел такое у Сливок Шоу. Они там делали паштетные сосиски, если я не ошибаюсь. Так, вот фарш. Да, сейчас она будет надавливать и... Кажется, мы кого-то словили на плагиате. Оу, май! Ну, выглядит аппетитно. Ладно, давай посмотрим дальше что-нибудь. А, типа формочки. Формочки для печенек, это тоже полезно. Для тех, кто любит готовить печенюшки. Моя мама любит готовить печенье, поэтому... Мам, если ты смотришь этот лайфхак, то теперь ты знаешь, как делать печеньки без формочек. Прикольно. Ладно, давайте посмотрим что-нибудь другое. Окей, бутылки, мы уже с ними разобрались. Бутылки, это классно. Мы в этом с вами разобрались. Из бутылок можно, в принципе, сделать даже плот. Дом построить из бутылок. Парашют из бутылок. Я не знаю. На бутылке отправиться в космос. Короче, бутылки это самая полезная штука в доме. Обязательно храните у себя где-нибудь бутылку. Из нее можно сделать все. Как правильно какать? Под углом 35 градусов. Так, берет стикер, приклеивает. Неправильно! Нужно его приклеивать обратной стороной. Что-то я ничего не понял. Ну ладно. Так, берет скотч. Ага, закрепочка нужна. Как делал я? Я отклеивал скотч, а затем просто заворачивал уголок. Зачем вот эти вот скрепки? Вечно они все усложняют. Другое дело, мы... Рублоксеры, да? Все по хардкору. Вот USB-порт не подходит. Что делать? Принтер. Чтобы не путаться в проводах. Я до сих пор путаюсь в своих проводах, потому что у меня их реально очень много. О, лайфхак, как почистить апельсинку. Давай-ка посмотрим. Это так не работает. Это так не работает. Это какой-то бракованный у нее апельсин. Но обычно на апельсинчике остаются такие белые штуки. Ну как бы здесь они тоже есть, но не в таком количестве. Их здесь слишком мало. Этот лайфхак, я думаю, не работает. Клубничка. О, нет, пыталась разрезать пополам. Протыкаем трубочкой клубничку. Так. Убираем хвостик и... Я смотрю на этот кислый гранат, и у меня слюни начинают течь. Я не могу на него нормально смотреть. Гранат. Ненавижу гранат. И киви! Почему так кисло? Хотя я раньше очень сильно любил киви. Короче, полезные лайфхаки, если вы любите готовить дома. Класс. 33 beauty routine hacks. Ага, вот вы побрили ноги, и бац, у вас тут какое-то раздражение. Зубной пастой замазали, и все, и у вас зубы выросли на ноге, на коленке. Это противно! Боже мой! Они там... Нет! Я чуть не блеванул! Дорогие дамы, надеюсь, вы не пользуетесь этим лайфхаком, потому что... Это... Я не могу продолжать смотреть эти видосы.
Неужели так делают все девушки? Я многое не знал об этой жизни. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно поставьте свой лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Адьос! Playtime!